Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики. С вами я, Антон, и я продолжаю проходить великолепную игру Warhammer Dawn of War Dark Crusade. Итак, в предыдущей части мы уничтожили империю Тау, отныне ее на Кронусе больше нет. И в сегодняшней серии я планирую заняться Эльдарами, так как именно они контролируют такую достаточно интересную провинцию, как северный район Демос. Эта провинция загораживает нам путь на Тирею, на главную провинцию Эльдаров. Я планирую уничтожить сначала Эльдаров, а потом на десерт оставить кровавых воронов, космодесантников. Ну что, атакуем северный район Демос. Так, ветеран, противник наш, элитное подразделение бронетехника, две хорошо укрепленные базы. Вот это интересно, вот это интересно. Так, набираем гвардию. Да, как раз у меня хватило очков. Но я бы еще, конечно, банку-убийцу бы взял. Ну да ладно, я думаю, и этого нам достаточно. Будет, чтобы выбить эльдаров, отбросить их на Тирею, на главную базу. И потом уже разгромить их там. Но это в следующей серии, разумеется. Так, ребята. Да-да-да, это хорошо. Так, сразу же приступаем к строительству. Так, казармы. Гречинов. У нас очень такая интересная база получается. Мы закрыты от атак, допустим, вот с этого направления. Противнику все равно придется преодолеть вот это ущелье. И тут мы ему устроим парочку интересных сюрпризов. Так, хорошо, гречины наняты. Быстренько. Вот сюда. Ребята, выйдите немного вперед. А вы займетесь у меня постройкой вот этого дозорного поста. Так, осталась у нас эта анкетка. Но она нам пригодится. Лишней не будет. Обязательно найдется какой-то черт, который, может быть, супер прыжком доберется до нашей базы. У эльдаров есть такие дозорные, пауки варпа и прочие. Так. А вот генераторами мы займемся вот здесь. Давай, ребята. Ну, я думаю, одной казармы нам будет достаточно. Места для строительства не очень-то много. Поэтому лучше не размахиваться. Вот у нас тут гвардия. Элитные бойцы. У нас тут будет несколько рубежей обороны, которые нам позволят защититься от наступающего противника. Так, ребят, раз есть возможность захватить, почему бы этого не сделать? Но надо быть, опять же, начеку. Мало ли что. Если эльдары не нападают, значит, они копят армию. В принципе, этот постулат, это правило применимо для любого противника. Но вот для эльдаров особенно. Они очень хитрые твари. И если молчат, значит, что-то замышляют. Это абсолютно стопроцентно. Хорошо. Так, сварочную. Так, а где у меня налетчики? Налетчики. Давайте, ребят, сюда подгребайте. Давайте мы игру сохраним. Например, на единичку. На всякий случай. Военная мощь, конечно, в этой провинции у эльдаров не маленькая. 10 это
достаточно серьезно. Надо быть готовым ко всему. Пора чего-нибудь построить. И особенно к неожиданной атаке. И вот лавовую шахту заиметь тоже было бы очень недурственно, как по мне. А вот она, кстати, и есть. Это хорошо. Молодцы. Закончили. Так, как тут у нас дела? Возводим еще пару агитпунктов. И уже надо приступать к найму подразделений. Поскольку медлить ни в коем случае нельзя. Чтобы нам такого сделать? Ну, мы давайте, ребят, прыжок. Я надеюсь, нет. Здесь все чисто. Это хорошо. Где тут дерутся? Так, 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 так. Не бейте нас, молодцы, больше! Молодцы, построили. Так, а вот вы, ребята, побежите вот сюда. Сможете вы тут забраться? Нет. Здесь придется оббегать. Да, в принципе, почему бы и не оббежать? Это очень даже можно сделать. Это принадлежит оркам. Да, молодцы. Это принадлежит оркам, это очень замечательно. Пора пограбить. Да, значит, эльдары в этой части карты. Вот в этой. Если бы они были здесь, они бы уже заняли эти стратегические позиции. Но так как их тут нет, строительство не ведется, значит, они вот тут. Вот тут наверняка очень уж подходящее место для базы, и вот тут. Очень уж мне кажется, что так и есть. Да пока никуда. Так, интересно, давайте проведем разведку боем. Захвачена ли эта ключевая точка? Нет. Не захвачена. Ребята, 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 у нас тут есть более интересная цель. Это реликтовая точка. Она будет покруче. Хорошо. Наши гречины уже заканчивают строительство большого генератора. Это тоже круто. Так, ребята, вы будете долго тут захватывать это дело. Гречины пока успеют построить еще один дозорный пост. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, бежим. Сколько у этого сокола жизни? Слушайте, давайте, ребята, его завалим. У него не так много здоровья. О, а вот взвод воющих банши это... Это беда. Это беда. Ребята, надо валить. Валим. Не дали. Не дали сволочи нам захватить реликтовую точку. Ребята, стойте тут. Вот паскуды, а. И большой генератор завалили. Вот мразота. Ну ладно, ладно. В принципе, энергии у нас сейчас дохрена. Ну, ресурсов потраченных, конечно, жалко. Давай один пункт, на всякий случай. К нам идут. Нет, ребят, не успейте, не успейте. Бегите на базу. А вот вы, ребята, тоже валите. Валим. Валим. Да-да-да, все. Они уже начинают планомерный захват. Но у нас тут... Все четко. У нас тут есть армия, которая, если что, защитит нашу главную базу. Так, ребята, а почему бы нам тут не поставить... Вышечку. Да? Правильно. О, да. О, да. Так, давайте мы сделаем вот это. Потому что я чую, замес тут будет не слабый.
Судя по концентрации сил на карте. О, у них тут и танки. Причем танки не слабые. А вот она и сама, видящая Тальдира. Так, ребят, давайте перебросим силы вот сюда. Давайте, ребят, резко, по красоте. Размотайте их. Один танк уже уничтожен. Ребята, гречины, уходите. Ой-ой-ой-ой, вот это тут жесть. Давайте, ребята. Первым делом бронетехнику. Да, поднакоцали наших уже не слабо. Давайте еще гренку закинем. Давайте, давайте. Технику, технику. Главное обрабатывать технику. Пехота у них довольно слабая. Так, тут еще и главари. Давайте подключайтесь. Вот сюда гранату. На-на! Разлетелись, ублюдки. Вот у рейнджеров довольно мощные винтовки. Вот это, конечно, их неоспоримый плюс. О, вот о чем я и говорил. Вот о чем я и говорил. Пришли плохие ребята. Так, ребят, давайте домой. Ублюдки тут начинают устраивать свистопляски. Давай, прокачивай. Занимаем оборону. Временную. Но потом мы их отбросим. Так. Гвардия наша практически... Да не практически, она уже уничтожена. Хватит прятаться, как почтовые гоблины. Выжил только Горгутс. Поэтому, значит, что мы делаем? Мы нанимаем подразделение. Как можно больше стрелков. Давай, Горгутс, обработай. Так, 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 так. Дела наши плохи. Дела наши очень-очень-очень-очень плохи. Давай, уходи, Горгутс. Вот сюда, на вторую линию. Сейчас мы качнем крепость орков. И тогда уже сможем нанять пулеметчиков, бронетехнику крутую, танки. Тогда все будет хорошо. Пока, конечно, вначале тяжело. Ну, мы их раскидали. Давайте, ребят, отстреливайте их. О, крепость орков уже сделана. Хорошо. Значит, отменяем, отменяем стрелков. Сюда два подразделения пулеметчиков. Горгутс где? Он тут центровая фигура, ему надо выжить. ХП у него будет восстанавливаться довольно долго. Так, сразу. Ребят, что вы туда уселись? Давайте, ремонтируйте. Фух, да, эльдары довольно мощно накинулись на нашу базу. Прям... Но они заваливают просто мясом. Вот это их ключевой момент, почему они все-таки уничтожили нашу гвардию. О-о-о! Два танка это, конечно, интересно. Но у нас тут есть еще и вторая линия обороны. Не менее продвинутая. Ребят, давайте быстрее. У нас тут война. Ну, пулеметчики сейчас должны зарешать.
в любом случае. Они в нас стреляют. Во-во-во, правильно, правильно. Здание мы и отремонтируем. Но на всякий случай заминироваться надо. Кто это так долбанул? Во, правильно. Во, хорошо. Так, ребята, давайте, живите. Вы мне нужны целыми. И Горгутс желательно бы тоже, чтобы был целый, но... И мы уже вынесли достаточно много ХП. Все, наконец-то можем танки нанять. Ура! Ура! Брависсимо. Да выделись ты уже. Ё-моё. Вот это они тут месят. О, еще и орликины подключились. Интересная тема. Ну-ка, подожди. Я чувствую, мы тут на базе надолго застрянем. Надо бы с ними разделываться уже как можно быстрее. В принципе, было бы сейчас... Не поймите меня неправильно, но лучше бы, если бы Горгутс погиб. У него здоровья очень мало. И поэтому, когда мы будем наступать, он может погибнуть еще на подходе к базе вражеской. И мы останемся без командира. Так, ребят, все, давайте. Валите их. Орликин тут раскидывает. Все, танк, быстро, вперед. Ребята, пока их тут немного поразвлекают. Вот, правильно, занимайте, занимайте оборону. Не подпускайте их к базе. Мы пока будем отстраиваться. Почти всех гречинов завалили. Вот мрази, а. Ну, пулеметчики — это сила, чего уж там говорить. Они зарешают по возможности. Где второй танк? Давайте, ребят, подключайтесь вот сюда. Тут у нас такая тусовка интересная. Эльдары нас месят, на чем свет стоит. Танк подъезжает тоже. Вы, ребята, бежите. Очень быстро, как можно быстрее. Блин, я только сейчас вспомнил, что у эльдаров две базы. Ну, явно вот здесь. Явно. Сразу угадывается рельеф местности и то, что... Ну, явно. Вполне вероятно то, что именно там и будут наши противники. Так, ну, более-менее мы от них отделались. Это хорошо. Ресурсов не очень-то уж много, хочу сказать. Так, давайте по возможности сделаем какие-нибудь апгрейды, какие можем, и сохраним игру. Тем более, что на нас опять нападают, судя по тому, как наши солдаты вскинули свое оружие. Да, действительно кто-то был. Орликины. Орликину, орликину. Есть одна награда — смех. А, паучки. Варпа. Так, ну я думаю, пока мы будем идти, все апгрейды сделаются. Давайте, ребят, вперед. Блин, вот то, что у Горгутса жизни мало, это действительно плохо. Это очень плохо. Потом нам это выйдет боком. Ну, вроде бы все при нас. Все целы. О, вот сама видящая. Но это командир подразделения. Это не Тальдира. Так, ребят, давайте. Беглый огонь. Это Банши. Такая средненькая пехота. Так, ребят, не захватываем, не захватываем. Сразу идем вот сюда. Не отвлекаемся.
Ребятушки, давайте побыстрее. Я иду. От вас сейчас зависит многое. Во, правильно, беглый огонь. Так, что там наша бронетехника обнаружила? Они в нас стреляют. Так, ну мы защититься сможем. О, о, о. Слушайте, у них тут что ли база? Ну-ка. Ну-ка, 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 это интересно. Мы орки, а вы нет. Похоже, реально. Орки, а да, 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 во, перекресток путей. Это их главное здание. Вот это я люблю. Так, ну, мрази мы немного побили. О, молодцы, молодцы. Так, ну сюда, я думаю, смысла идти нет. Сразу двигаем вот сюда. Они явно здесь. Опять нас преследуют гравитанки. Соколы. О, 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 точно. Точно здесь. Если есть оборонительные сооружения, дозорные посты и прочее, значит, главная база рядом. Скульптор. Но это строитель. Эльдарский. Давайте, ребят, сюда заруливайте. Тут крупную группировку наших зажали. Но я думаю, выйдем без потерь. Так, что-то нашли, что-то нашли, что-то нашли. Ребят, проходите. Ну, давайте. Ёлы-палы. Резко. У танкетки есть турбоподдув. Можем вперед уехать. О, вот точно. Хорошо, нашли. Так, ребята, давайте. Быстрее надо бегать. А у Горгутса жизни меньше всех, а он месит лучше всех. Великолепно. Отлично. Банка убийца получена. Хорошо, хорошо. Потеряли мы всю нашу гвардию. Вот такие вот дела. Но зато мы получили выход к Тирее, главной провинции Эльдаров, собственно, который мы займем в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был я, Антон. Не забудьте на меня подписаться, поставить под этим видео лайк, вступите в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Читайте меня в Твиттере. Всем удачи, всем пока.